С момента выхода первой версии Minifit'а прошло уже довольно много времени. Это был довольно крутой и очень компактный девайс, который буквально завоевал весь вейп-рынок. Да о чем уж там говорить, даже мой обзор на первого Minifit'а собрал 390 тысяч просмотров. Удивительно, что после бешеной популярности девайса производитель так долго тянул время для изготовления новой версии. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. И в этом видео я хочу рассказать вам про новый девайс от компании JustFog под названием Minifit S. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображены всевозможные цвета Minifit'а, сверху находится название устройства, а в нижней части расположился логотип. На противоположной стороне у нас все не как всегда, здесь есть лишь скрючко для проверки на оригинальность, а характеристики и всевозможные комплектации спрятались сбоку. Открыв коробку, мы первым делом увидим сам Minifit с предустановленным картриджем и кабель USB Type-C. Больше в комплекте ничего нет. А, ну еще я забыл про небольшую инструкцию от компании JustFog, так что если вам будет скучно и нечего делать там в течение часа, можете себя занять. В популярности Minifit'а немалую роль сыграли его компактные габариты и легкий вес. Внешний вид у новичка узнаваемый, но в то же время свежий. На смену плавным формам пришли четкие грани и ровные линии. Они покрывают как корпус самого устройства, так и его картридж. Новинка доступна в 5 цветах, и как и в прошлой версии, центральная часть всегда будет черной. На лицевой панели находится одна единственная кнопка Fire. Она выполняет сразу несколько действий. Во-первых, она включает и выключает устройство при помощи 4-кратного нажатия на нее. Также при нажатии на кнопку Fire напряжение передается на картридж, но этот девайс работает и от затяжки. Индикатор заряда аккумулятора теперь один и разместился он в нижней части. Внутри этого компактного корпуса спрятался аккумулятор на 420 мАч, что чуть больше, чем у его старшего брата. А заряжается он от 0 до 100% примерно за 35-40 минут. Девайс заряжается через порт USB Type-C, который находится в самой нижней части устройства. Обновился и картридж, теперь он удерживается в корпусе мода благодаря магнитам, а это означает только то, что со временем он не начнет шататься и люфтить. В качестве нагревательного элемента используется сетка, что обеспечивает гораздо лучшую вкусопередачу по сравнению со старой моделью. Сопротивление на нагревательном элементе составляет 0,8 Ом. Объем картриджа слегка подрос и составляет 1,9 мл. Заправка производится в нижней части картриджа. Из плюсов данного девайса я хочу выделить его компактные габариты и эргономику. Он прекрасно лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта. Также не стоит обходить стороной его картридж, который обладает невероятно хорошим вкусом и прекрасно передает никотин. Ну и, конечно же, идеальная сигаретная затяжка. Данное устройство отлично подойдет для любого пользователя, особенно для того, кто ищет себе небольшой компактный девайс, на котором он сможет с легкостью парить крепкие жидкости. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нет, и до встречи на нашем канале.